Никто ничего не слышал. Нехорошие переломы, нехорошие. Посмотрим, что можно будет из этого сделать. Ну, у нее вся попа, я смотрю, все лапы раздроблены. Обе лапы, да, и каждая в двух местах. Где-то ты не проскочил, парень. Да, они же бестолковые, бегают по дорогам. Фары их ослепляют. Да, собственно говоря, что, они бегают там, где им положено. Это там, где не положено, просто дороги понастроили. Они же не виноваты, что у нас гад теперь в городе. Вернее, город в лес приехал. Естественно, люди их выжимают потихоньку. Им жить негде. Почему лоси на дорогах ходят? Да потому что, блин, дороги в лесу построили. Лосям где-то надо жить. Будут жить на дорогах, будут эти пикеты устраивать скоро. Ну да, кабаны бегают. Теперь здесь попробуем. Вдруг тут что-то тоже получится сделать. Дышат? Дышат. Мне всегда так, когда не спят, мне всегда кажется... У меня пульсоксиметр я не могу настроить. То ли его, блин, настройки сбились. Я же не знаю, я не английского, ничего, блин, надо кому-то.